У Беларуси протягивается электоральная кампания. Два претенденты на удел у президентских выборах, Сергей Бобрыков и Ольга Чемоданова, огучили решение спынить удел у передвыборной гонцы. Яны заявили, что прислухались до запыту громадства на консолидацию вокруг действующего президента Александра Лукашенко. Никто, кроме нашего президента Александра Григоровича Лукашенко, сегодня не сможет обеспечить ту безопасность, у которой мы находимся, безопасность нашей страны у першую чергу, и вядома ж такое поступальное развитие нашей державы, отзначила Ольга Чемоданова. Таким чином, сбор подписов за вылучение кандидатов на высшую державную посаду протягивают 5 инициативных групп. Пикеты по сбору подписов выборщиков организованы ими по всей стране. Згодна з законодавствам, для регистрации кандидатам на высшую державную посаду необходимо собрать не меньше за 100 тысяч подписов. Как показывает первый тыдень працы инициативных групп, белорусы активно удельничают у даденном этапе электоральной кампании. Каб поставить свой подпис за влучение кандидатов у президенты, громадянам нават доводится стоять у чергах. Так, у Гродня сегодня на пикетах можно было убачить как людей пожилого и среднего узросту, так и молодь. Кожный, кто пришел поставить подпис за потенциальных кандидатов у президенты, отзначал, что не мог застаться у Баку от такой важной политической кампании, как президентские выборы. Я решила провести инициативу, так как я участвую в жизни своей страны и буду в дальнейшем участвовать в выборах президента. Для меня это важно, потому что я не просто женщина, потому что я мать, я бабушка. Я хочу, чтобы в нашей стране было будущее, чтобы было будущее моих детей, моих внуков. Поэтому я сегодня, да, поставила свою подпись за кандидата. Я считаю себя молодым поколением нашей страны. Я считаю, что мой гражданский долг обязует меня поставить подпись за кандидата в президенты, который, я считаю, должен быть у нас в стране. Сбор подписов за вылучение кандидатов у президента Беларуси протягнется по 6 снежня. 31 снежня станет известно, кто из претендентов на высшую державную посаду протягнет передвыборную гонку. У первый день нового 2025 года в Украине начнется передвыборная агитация. Выбирать президента беларусы будут 26 студеня. Отдать свой голос дотерминово будет возможно с 21 по 25 студеня.